Наша Мини-Маус качает Бэби Бона и ждет, когда же придет Дед Мороз. Она ему заказала подарочек, написала письмо. Наш котик Гермес тоже, похоже, ждет Деда Мороза. Интересно, а что же он себе заказал? Подарок. Тоже подарок заказал? Да. А как ты думаешь, какой? Рыбку или птичку? Рыбку. Кошечки кушают рыбку. Да. Да, Лиза, наша Мини-Маус. И Арчи ждет подарок. Наш попугайчик, да? Который там в клеточке сидит. Лизонька, а ты слышала какие-то звуки на кухне? Может быть, это Дед Мороз? Пойдем, мама. Жди, сбегай, посмотри. Ну-ка, может быть, ты увидишь Дед Мороза? Наша мышка, может быть, сейчас увидит Дед Мороза? Не увидела его? А ты посмотри под елочку. Ух ты! Это Дед Мороза подарок, то, что ты заказывала. Да, колясочка для нашей Эмили. Ух ты какая! Здорово! Вот это коробочка какая! Ух ты! Тяжелая какая! Ну-ка посмотрим. Ой, ее еще и собирать нужно. Вот смотри, на этой стороне рисуночек. Классный какой подарок. Ты знаешь, Лиза? Да, знаю. Знаешь? Да. У нас же есть волшебная палочка. Да, забыли. Да, давай мы не будем сами собирать коляску. Да. Мы ее сразу же готовую сделаем, да? Да. Ну-ка, где наша волшебная палочка? Ну-ка, постучи. Постучи по коробочке. Ух ты, какая колясочка! Вот это да! Здорово! Ну-ка! Супер коляска какая! Вот это ты заказала хороший подарок для нашей Эмили. Ну-ка, поставим туда Эмили. Положим? Ну-ка, а давай-ка, дай палочку. Ну-ка, фокус-покус. Эмили наша, сядь-ка ты в колясочку. А вот наша Эмили уже и в колясочке. Да, Лиза? Да еще. Классно. А давай посмотрим теперь на колясочку. Что в ней такого замечательного? Здесь у нас застежечки есть, в которую малыш садится, пристегивается, и он из колясочки не упадет. Правильно, Лиза, да? Да. Вот есть еще вот такой вот капюшон, чтобы солнышко не светило в глазки, когда малыш спит. Да и вообще. Да, и солнце. Да. Такая вот подножка. Да. У нашей колясочки много режимов переключения, да? Она может быть вот такой вот сидячей. Вот так вот Эмили сидит. Вот, можно и сосочку вытащить. Опа! Вот и проснулась она. Наша красотка. Я обрадуюсь. О, она обрадовалась. А когда она захочет спать, ну-ка, сделай ее в лежачее положение, колясочку. Ну-ка, поднимай. Вот так. Нет, Лиза хочет, чтобы сидела. Да? Да? Так, сейчас она у нас заснет. Опа! А теперь можно ее положить, да? Ну-ка, поднимай вверх. Так, вот
Так вот она теперь в лежачем положении. А еще у нас эта колясочка, да, меняется. Ручку можно, точнее не ручку, а сама люлька. Можно вот так вот возить, да, Лизонька? Когда малыш смотрит по сторонам. Вот так опустим. И вот так Лиза сзади за ручку берет и возит. Малышу очень интересно смотреть, что же делается впереди и по сторонам. Когда малыши совсем маленькие, они боятся, когда не видят рядом маму. Вот эта вот люлечка, она снимается. Вот так вот. И можно... Да. И можно переставить. Так, подожди, зайчика. Можно люлечку поставить в эту сторону. А, Лиза хочет показать, как она может ставиться. То есть люлечка снимается, и можно малыша вот так вот поставить. Вот так вот. И такая вот люлечка получается. Стульчик. Да, Лиза уже придумала по-другому. Можно вот так вот перевернуть, положить малыша. Так, шапка улетела. Положить малыша. И все. Получилась и переноска у нас, да? Это мы уже сами придумали. Да, Лизонька? Ну, Лиза переносочки носит малыша, да? А можно поставить наоборот, конечно. Сюда прикрепить. Так, ой, малыша вытаскивай. Нашу Эмили. На, держи ее. Так, обратно. И можно вот сюда перевернуть и сделать. Подожди, подожди, я установлю. И можно установить наоборот. Вот так вот. Расчесать хочешь? И можно уже вот так вот катать, когда малышка к маме лицом. Малышка не пугается, она маму всегда видит. Да? Да. И мама видит, что происходит с малышом. Спит он, попадает ли ему солнышко в глазки. Все ли нормально? А в колясочке есть еще вот такая вот корзина внизу для вещей. Туда удобно ложить. Игрушечки для малыша, да? Да. Очень какая классная колясочка у нас. Это Лизонька у Деда Мороза заказала такую колясочку, да? Да. Вон теперь наша Эмили, здорово будет она кататься. А тоже еще есть коляска. Так. Вот какая классная, замечательная колясочка. Дед Мороз замечательный подарок подарил, да, правильно. И подписывайся на канал Лиза Яйка. Это ты умничка. Всем пока-пока.